В Омской области стартовала уборочная кампания. К сбору урожая зерновых и зернобобовых культур аграрии приступили в 18 районах региона. В первую очередь заготавливают пшеницу, овес, ячмень и горох. Как сообщили в Омском Минсельхозе, обмолочено около 20 тысяч гектаров зернового клина, не более процента от всей уборочной площади. В Омском и Саргатском районах начали уборку картофеля. Также аграрии продолжают заготовку кормовых культур. Уже запасено 70% сена, 53% сенажа. Часть посевов в этом году пострадала от засухи. Однако, по словам министра сельского хозяйства Николая Дрофы, на планах по заготовке зерновых это не скажется. Губернатор Александр Бурков поставил этот вопрос на контроль. Заседание регионального штаба по уборочной кампании под его руководством состоится в середине августа.